С сегодняшнего дня тем, кто не заплатил налоги, будут начислять пени. Первый день зимы стал завершающим для оплаты за 2020 год. Уведомления были разосланы по почте и в приложении «Госуслуги». Оплатить налоги можно на сайте налоговой службы, через личный кабинет или по указанным в почтовых отправлениях реквизитам. Информацию о начисленных налогах и квитанцию на уплату вы можете получить в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России налог.ру. Лицам, зарегистрированным в данном сервисе, уведомление с квитанцией придет только в электронном виде. При отсутствии личного кабинета квитанция придет заказным письмом с уведомлением по месту регистрации, либо ее можно получить при личном посещении инспекции. Также необходимо помнить, что если в уведомлении отсутствует принадлежащий вам объект налогообложения, то необходимо в обязательном порядке сообщить об этом в налоговую инспекцию. Со всеми вопросами необходимо обращаться в контакт-центр налоговой службы по телефону 8 800 222 2222, на интернет-портал налог.ру, а также в инспекцию по месту жительства. Долги злостных неплательщиков будут взыскивать судебные приставы, которые могут заблокировать банковский счет или арестовать имущество. Отметим, что в этом году произошли существенные изменения в законодательстве. Изменились и суммы начисления. Подробно с информацией можно ознакомиться на официальном сайте ФНС.